Всем привет на моем 103-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Pokemon Soul Silver. И это уже четвертая часть по ней. Привет, Тор. Да, я вижу, опять счетчик Good Game глючит. Показывает, что сейчас меня смотрит 134 зрителя. Ну, я лично сомневаюсь, но если хотя бы несколько реальных смотрят, я уже рад. Привет, LuckyBestE. Да, сегодня немножечко такой, как бы, незапланированный стрим. Обычно я в четверг, но, ну, в общем, так получилось. То есть четверг не будет. Вместо четверга сегодня. Вот. Привет, Анкомар. Так. В общем, мучился, пока что не вышло с сервером ничего сделать толкового. То есть он вроде бы как запускается, даже вроде бы тестирование соединения проходит, но в Wi-Fi Club я не могу войти. Не знаю уже, что делать еще. Очень жесткие заморочки там. Так что, ну не знаю, пока что предварительно говорю, что скорее всего, наверное, все-таки не получится действительно. Только, ну, менять покемонов. Но я еще не опустил руки, но сомнения уже такие конкретные. А прошлый стрим закончился на том, что у меня провайдер отключил интернет на 2 часа. Вот. Ну, а именно отключил на каком он моменте? На моменте, что мы пошли Парасса ловить. О, да, я как обычно забыл открыть покедекс. И этот карту. Ну сейчас это полминутки. Почему-то, не знаю, вылетает это из головы. Даже китайцы коннектятся, откуда ты знаешь? Так, мы сейчас находимся на какой локации? А, Алекс Форест. Я понял. Да, Парасса нам лучше ловить утром или ночью. А, Тор, ну то с Германии было, не с Китая. Так, это время 13:17, это день. Значит, нам нужно поставить утро или ночь. Поставим 9 утра. Даже 8 утра. Но я лучше игру, наверное, перезапущу. Хотя вот я не знаю, я уже перезаписываю с измененным временем, может это плохо. Ничего страшного. А почему показывает время 9:52? У меня на часах 8:18. 9:53 показывает. Ха. Ну ладно. Так, перезапустим. Не повлияет? Ну, в принципе. Топа это что у нас? А, полпад. Ну, это для сетевой, короче, возможности. Как раз таки. Ладно, ловим Парасса. Не знаю, правда, почему все равно время показывает в игре неправильное. Причем неправильно не только часы, но и минуты. Не суть. Ну, где? Тут же нападали раньше. Точно понял, что на меня Одиш нападал.
странно. А, вот тут нападают, что ли, только? Так, ну это Кокона. Не, мне Кокона не нужно. Но зато прокачаем чуть-чуть Ледибу. Ну, у Кокуны вроде бы атак вообще нету. Так что для Леди бы хороший шанс прокачаться на халяву. Просто бьем. Хоть и оно с каждым разом все меньше тратит, но все-таки добьет рано или поздно. А на каком на том сайте? А, что-то ты скидывал, блин, я, по-моему, потерял это. Ну, я думаю, еще ударов, наверное, 5, да? О, еще и промахивается. А, который я дал? Ну... Ну, в двух словах, что именно ты там нового узнал? Крепенький, крепенький Кокуна. Это только 6 уровень. Он уже не может себе увеличивать защиту, потому что она максимальная. И всего 60 очков опыта, да. Проще было поставить какого-то другого и заобнить, потому что это слишком долго так, конечно. Так, ну давайте Парас-то. Парас 15% утром и ночью. По фразам, сколько у него параметров счастья? Но нам только Тогипи нужен. Счастливый. Остальные пусть страдают. Так, там какой-то рецепт. Так, какие там предметы нужны? Витамины, да, у меня их нету. Important battle. А, дать витамины это добавляет там столько-то, да. Использовать покемонов в важной битве это столько-то. А, поднять уровень тоже поднимает, да. И какие-то еще там братья могут поднять в Golden Road City. Ладно, что-то Парас не попадается. Я предлагаю все-таки туда сходить, посмотреть на стадион. Но сейчас еще что-нибудь попадется. Ну, нам же сказали, что в Азалии стадион есть. И, по-моему, он там действительно есть.
Ну, кроме очевидных вещей, что-то еще понижает уровень счастья? Ну, типа, не проигрывать в бою, не доводить до желтого. Ну, если до желтого довел состояние, сразу лечить. Там, статусы, да, какие-то. Паралич, там, еще что-то. Ну, так воскресить надо, не доводить, чтобы он падал. Тут бесполезно от яда лечиться, он постоянно будет отравлять. Надо просто забить быстрее и все. Я надеюсь, леди бы на 10 уровне выучит какую-нибудь атаку интересную. А, не дошло до 10 еще. А, ну да, ну в покецентр-то зайдем. Ну да, леди бы потрачено. Вот же внизу, да, стадион? А я что-то тупил тогда. Не, ну как тупил? Я даже не дошел до него, и нет, вырубили. Просто я его не заметил вначале, это странно. Стоит посередине города. Так, но, во-первых, стоп, надо посмотреть, каких покемонов использует этот лидер стадиона. Лидер Багси. Walking Bug Pokemon энциклопедия. Ну, понятно, жуки у него, да? У нас огненных нету, к сожалению. Значит, надо взять, во-первых, Гастри, да, наверное, потому что на него отрава, скорее всего, не действует никак. Так. На Одиша тоже отрава не действует, насколько я помню. Так, и Одиша, кстати, надо во второй этот бокс. Ну как переместить-то? Ну. Да-да-да, второй. Стоп, а как переместить-то? Ну да, сюда перемещай. Вау. А, вот так? Да, что-то не очевидно немного. То есть получается у меня покемона второго поколения довольно-таки мало еще. Так, огонь, вода и камень. И Гастри. Ну блин, мне кажется, он будет полезен, Гастри. Так. И что, даже Бэлиф не брать? Не, Бэлиф всегда со мной. Как же иначе? Это ж стартовый покемон. Нельзя традиции нарушать. А Тогипи? Тогипи в важных битвах надо использовать, чтобы он счастливее стал. Все, значит, Тогипи у меня вообще будет по умолчанию. Я просто сразу его уберу, как только он появится. Но главное, чтобы он участвовал. Так, ну Леди бы, значит, отдыхает. Да сменить, сменить. Стоп.
Так. Леди бы сюда. Худ-худ-то сюда. Так, электрические не надо. Так, огня нет, значит, воду и камень. Вода есть, значит, камня берем. А, у меня два камня, но он вообще дно. А, нет, он 12 уровень, да? Странно. А, этот вот это дно. Наберем тогда оникса. Так, оникса. Гастр берем. А Гастр только 4 уровня, что-то странно. Я думал, он прокачан. Проигрыш минус 1, а победа плюс 1,5. Кого еще-то взять? А у Одиша какие атаки вообще есть? Абсорб, понятно, отдыхает. Не, понятно, что он неэффективен, но я думал, может быть, хотя бы, ну, в связи с тем, что против него тоже неэффективно будет. Но у него атаки слишком... Ну ладно, еще камешек один возьму. Но он бесполезен на 4 уровне. Что-то мне кажется, недокач будет сейчас чувствоваться. Посмотрим. Надо пойти-то купить что-нибудь. Ральф. Тентакул, говорит, спал возле меня. А, типа... Между мной и моим ребенком, что ли, так? А, это тентакул этого ребенка, что ли? Не понял, о чем понял. Ну не суть, это ж так. Левая беседа. А, купить, купить, посмотреть, что есть сначала. Супер Поушена 2, Поушена 3, Фулл Хилл 1, Бёрн, Айс, Ревайв. А кого можно Кату вот этому обучить? Бейлиф, кстати. Ну блин, это целую атаку на это тратить. Одну из четырех. Но Берри зато всегда с нами, это, в принципе, положительный момент. Так, ладно, пойдем в магазин все-таки тогда купим кое-что. Только я сохранюсь, а то опять сейчас начнет вылетать. Так, а денег 5000. Ну, поушенов купим 3 штучки. Также антидот. А, у меня 3 штуки есть. Но я думаю, это может быть мало с жуками. Еще 3 купим. Паралич тоже накладывать будут. Ну, в принципе, пофигу на паралич. С параличом можно биться при желании.
Сон тоже по-любому будет накладывать. А, ну три штуки есть, я думаю, сойдет. А эти не нужны, короче. У него огненных все равно нету и ледяных. Интересно, насколько сильные тут покемоны, жуки? Стоп, а как челленджер переводится? Типа, ну, бросающий вызов, да, одним словом. Ну, короче, смельчак, пусть так будет, недословно. Бакси построил этот стадион. Это огромное гнездо этих покемонов, жуков. Бакси молод, но он мастер покемонов жуков. Что? Сейчас. Соперник? А, ну да, может быть. Так, все. А, это будет довольно тяжело без моего без моих советов. Ну, то есть победить, имеется в виду. Давайте-ка посмотрим. Так. Покемоны жуки не любят огонь. Летающий тип двигается. А, атаки летающего типа очень эффективны. О, так может надо было худ-худа взять? Или. Ну ладно, короче. Короче, рискнем. Еще раз сейв. А, и время. А, хотя не буду время синхронить, все равно потом пару пойдем ловить. Какой прикольный стадион. А, не вода, а летающий. Ну понятно. Зафейлено. А, ну правильно, а я даже не подумал, я просто даже не попробовал голову включить. Вода против этих травы и жуков, это же вообще им это хорошо. Они же там в России все время и так далее. Под дождем там постоянно. Ну, короче, это же, в принципе, их стихия, можно сказать. После самих водных это следующая чья-то стихия. Ну, просто что-то прочитал, да, ты перечислил, и я что-то, ну, как бы, просто вот, что читаю, то и верю, не подумав даже. Ваншота не будет? А, будет. Там было написано Баккатчер АИ, то есть этот как-то. Кто ловит, как он, ловитель или как это? Ну, короче, написано типа было. Искусственный интеллект, странно, как будто имя забыли дать. Насекомолов.
Ну и хрена мне сюда. А смысл? Смысл делать ложный путь? Я ж тут не сражаюсь, ничто, ничего. Вот, Backcatcher Benny. А там было Backcatcher AI. То есть, ну блин. Странно. Ой, надеюсь, Тогипи не отравится. Кстати, а ты там не написано, то есть влияет ли состояние счастья на то, разговариваю ли я с покемоном? Или только именно вот те действия? То есть нужно ли мне постоянно с ним разговаривать, чтобы он был счастлив тоже? Как он собрался к Акуне сражаться? Что-то я не очень понимаю. Или он надеялся пару ходов качнуть к Акуну и сменить покемона, чтобы типа... В это... Пчелу... О, Тоги по 16 уровень. О, Бедрил. Да пусть сражается Тогипи. Фьюри атак. Ну, вроде так, не очень больно. О, ваншот. Critical hit. Нифига себе, опыта неплохо дали. А чё я переключил-то? Ты спас всех слоупоков? Майте? Что такое Майте? А, ты могучий. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Сейчас раз... О, а парус, отдайте мне паруса. Чё за фигня, я тоже хочу паруса. Не, на самом деле меня бесит парус, потому что он вообще такой слабак, его качать очень тяжело, ну, судя по первой части. Но, блин, надо поймать все равно. Влияет, но не указано, сколько дает. Значит, надо разговаривать почаще. Ну, вроде счастлив. Еджер, что такое? Стремиться? Как это? А, очень целес... Типа очень... Ну, короче, не знаю. Чё, ты у меня сразу сражаться, что ли? А, в Голден Роде? Ну, ок. Ой!
Спинарак и Ледиба. Уровень 10, да, в принципе, все равно. Я что, могу Бейлиф атаковать, я не понял. Так, ну давай Разор Лиф против Спинарака. Да, неэффективно. Тем не менее, тратится. Так, по-моему, надо Тогипи полечить, а то он сейчас грустняшкой станет. А, отравили Бейлиф зачем-то. Так, экстрасенсори против Леди Б. Ну понятно, что трава против травы неэффективна, но что поделаешь. Нет, все-таки совсем неэффективно. Ну сейчас Тогипи освободится и поможет. Вот. Это было несложно для Тогипи. Он вообще тащит. Он уже 17 уровень получил. Так, ну вот так экстрасенсори, теперь Спинараку достанется. А ты давай-ка от яда лечись. Почему-то, кстати, в аниме нельзя было никакие статусы снимать покемоном во время боя. Ну, по крайней мере, там этого ни разу не делали, и явно как-то этого не хватало иногда. Паудеры, это что такое? Это вот это? Стоп, или чё? ТМ-ки что ли или что? А или вот эти? Так. Лечить надо Тогипи. И Бейлиф. Все, вроде все здоровы, да? Что скажешь, Тогипи, готов? Ну, вроде готов. Сейф. Да, вот сейф здесь у меня так часто делать вынуждает не то, чтобы там я боялся проиграть и чтобы и там типа далеко начинать, а вот именно что опять что-то повиснет, блин, потом неохота все заново делать просто. Я Бакси, я никогда не проигрываю. Сейчас. Типа, когда. С руками, что ли, дерусь или что, сейчас не понял.
А, ну когда дело доходит до покемонов, жуков. А, понял. Да я их и так не использую. Мои исследования позволяют, ну типа это, ну делают из меня авторитета для покемонов жуков. Позволь мне продемонстрировать, что я изучил от моих студентов, ну этих учеников. О, Скайтер, да ладно, 17 уровня, но это уже, кстати, серьезно, если честно. Я боюсь даже токи брать. Попробует пусть один раз сделает. Если потратит больше 10, то я сразу уберу. Он вообще использовал это снижение защиты, это опасно. Блин. Все равно Тогепи не особо эффективен. Сменю-ка я его на всякий случай. Так, давай-ка. Оникс, ну правда, 12 уровня, Оникс. Явно, конечно, уровень слишком низкий. Ну, как бы эффективность должна сыграть роль. Промазал? Да ты чё, слушай, давай еще раз бросай камни. Вот. Ну вот же. Что ты делаешь? Ясно. Бросок камня. Круто. Молодец, Скайтер. Стоп, он чё? Он чё, самоликвидировался, что ли? Я что-то вначале не обратил внимания, я думал, он только заовнил этого Оникса. А он типа камикадзе атаку что ли сделал или что? Интересно, сможет ли Гаста что-нибудь сделать со своим четвертым уровнем? Ну ладно, а стоп, а я так до меня только сейчас дошло. Как он метаподом собрался драться? Не слишком ли это глупо? А, у метапода еще и драться умеет. Прикольно. Ну давай Джадут 4 уровня. Ну конечно же этот Джадут слабее намного, но все-таки. Ну хоть немного потратит. Не, ну что-то совсем немного, конечно. Не помню, что делает вот этот мат-спорт, ну что-то там какой-то статус там меняет, вроде. А это что? Что-то с защитой делает. А, увеличивает защиту, что ли? Ясно. Пиджа качает скорость. Не, я не хочу второго поколения, я же говорил. Худ-хута могу, по-любому худ-хута надо качать. Ладно, все, уходит. Ну,
Вупер, но он будет неэффективен, так как вода. Ну пусть хоть опыта получит, если, конечно, не свалится сразу. Да, у него пека изучена. Так, а это что я забыл делает? По-моему, снижает точность метабода, да? А, нет, защиту снижает. Ой-ой-ой, Вупер, давай-ка в покебол. Чувствую, я не выиграю этот бой. Я имею в виду, ну, этого-то метапода Беллифом завалю, но... А там же у него еще целая куча покемонов. Ну-ка, Разерлиф разрежет его броню. Разрезал. Неэффективно, говорят. Гасты 5 уровня, ура! Гасты выучил спайт какой-то. Джиадут 5 уровня. Опять Скайтер. Ладно, продолжим. Давай-ка, Скайтер. Какого уровня? 17-го? 17 против 17-го. А давай-ка тебя отравим, попробуем. Чё за фигня? Это чё, офигел, что ли? Да это жесть какая-то. Так, супер поушен. Главное, поднасрал и убежал, да? Вот, охренеть. Так, отравить тебя бесполезно, давай разрулив. Надо сделать так, чтобы ему не на кого было уже менять Скайтера. Фу, да, как мне огненного не хватает. Тогипи, все-таки на тебя вся надежда, потому что у тебя вот это вот... как это называется? Забыл уже. Ой, нет, только не отрава. Фу, не отравился. Экстрасенсори все-таки тащит. По-моему, против любых типов. Только бы он не отравился. Вот. Короче, Тогипи это все, это имба. Кто бы мог подумать. Бельф 18 уровень, отлично. О, выучивает рефлект. Давай-ка. Посмотрим, психическая атака. Мандрус, Волу, Флайт. Потап, тут какой-то меч. Ну, короче, ставят какую-то стену света, и которая отражает уменьшает урон от физических атак на 5 ходов. И даже не уменьшает, да, по-моему, а вообще убирает, или уменьшает. Ну, короче, вроде неплохая штука. И, возможно, даже понадобится именно в этом бою. Так что вместо... А вместо чего? Хороший вопрос. Синтезис это самолечение. Poison Powder тоже полезно. А Razor Leaf и Bullet Seed это, в принципе, основные атаки такие травяного типа. Не хочется тоже менять. Блин.
Может тогда отраву нафиг? И без отравы сойдет. Яд для ловли пригодился бы. Что, синтезис убрать, да? Не знаю даже. В принципе, я и так могу полечиться, да, там, закуплю себе суперпоушенов там. Полечу и так. Все равно так и так это ход тратит, да? В принципе. Но возможно оно много восстанавливает, я вот не знаю. Яд убрал бы. Ну ты же только что сказал, что он пригодится для ловли. Да ладно, для ловли у нас есть всякие эти гипнозы там у других. Ладно, яд действительно. Пуф! Вообще, конечно, понимаю, что это, ну, вот эта система, типа, 4 атаки и не больше, да, она, ну, позволяет вырабатывать стратегию, да, но все равно, но с точки зрения реалистичности, такой бред, конечно. Так, скайтер, вот скайтер, а? Такой скайтер. Ладно, пусть Бейлиф опять выходит. А то мало ли сейчас Тогипи еще поранится, не дай бог. Так, еще яд. Ну давай, разрыв. Ага, опять Ютурн этот. Охренительный вообще. И сейчас еще яд, а, уже не важно. Так, пусть какой-нибудь Вупер идет, потому что я не хочу, чтобы Тогипи приупал. А, или у него это последний покемон, да? У него это последний, походу, тогда пофигу, в принципе. Тогипи придется просто. Сейчас, придется еще одному выйти. Потому что мне нужно поднять Бейлиф. Так, а где у меня же было? Ревайв. А я думал с полным здоровьем. Блин. Ладно, вот как раз таки Бейлиф и выйдет сейчас. Но Тогипи только вот в самый уже крайний случай, когда все лягут, вот тогда Тогипи пойдет. Рефлект. О, да ты издеваешься. Походу КГ сейчас будет, жесть. Если, конечно, этот экстрасенсори не затащит просто. А против Гастли, кстати, физические атаки же не проходят, да? Что такое спайт? Проходят. Или это не физическая атака? Ой, Тогипи, ну извини. Экстрасенсори. Да лол. Он расстроился, походу. Оу. Так, лечим Тогипи сразу. Супер поушеном. Он, надеюсь, он не будет U-turn каждый ход делать. Quick attack. Жесть. И экстрасенсор. Ну ладно, метроном можешь попробовать, я не знаю. А, или может его усыпить попробовать? Реально, попробуй усыпить, это, по-моему, единственный шанс. Потому что экстрасенсория слишком мало тратит. Не знаю, что это было. А, все, ГГ, да? А, жесть. It's farming time.
Я думаю загрузиться. Ну Тогипи же расстроится сейчас. Да? Ну по-любому, короче, загружусь. Потому что, блин, по-любому у него счастье упало. Сейчас даже выйду, вот с ним поговорить. Ну, вот он радуется, но все равно. Просто видно, у него и так было довольно много уже, поэтому он... Хотя он радуется просто потому, что он здоровый сейчас. Он, наверное, всегда радуется, когда здоровый, даже если низкий уровень счастья. Ну все, то потом с тобой поговорю. Да, пипец, конечно, у них тут система. Не задалбывает так ездить постоянно. Во-первых, Джиадут-то бесполезен. Вупер. Ты бесполезен именно в данном бою. Так. Худ-худ. Ты нужен нам. Так, и кого еще? Да вроде из них никого, да? Кого-то надо все-таки взять. Против Юторна никто не выживает. Ну, там, больше двух ударов. Точнее, больше одного удара. То есть два уже все. Да некого особо брать, если честно. Ну пойдем, короче, в Алекс Форест качать Худ-Хута, а не вместо Тогипи. Ну это долго качать, это жесть. Ну то есть, если там нужен 17 уровень, то... Блин, ну это надолго затянется. А Оникса тоже надо качать? Так. Ну заодно, может быть, поймаем этого... Как его? Паруса. Ну он же превратится в этого... Вылетел из головы. Блин, ну как его звать-то? Жесть.
Блин. Реально забыл. Ноктаул, точно. Ноктаул, о, это будет нормально. У него психические атаки будут. Нет, ну тогда же пеку эту надо, чтобы она была, ну, какого-то уровня выше, чем 12. Мало опыта за них дают. Почему он даже Кокуну 6 уровня не ваншотает летающей атакой? По-моему, это дно. Супер эффектив, но тратит все равно мало. И что-то Параса, по-моему, вообще не видать. Но должен попасться. Но вероятность, что попадется Кокуна утром, 30%. О, у меня идея. Ночью Кокуна вообще не может попасться. А, ну ночью будут одишь все время. А психическая только гипноз, так что... Так что не важно. Я надеюсь, сейчас когда-то... Не, ну кстати, реально очень долго качать будем. О, ваншот, но это critical hit был. Если постольку опыта буду давать, это очень долго качать. Нужно больше опыта. То есть нужно с тренерами сражаться или что-то такое. А так это реально жесть. Я замучаюсь просто прокачивать. Даже 4 уровня буду качать очень долго. Так что сейчас докачаю до 13 и что-нибудь другое придумаю. Ну, может быть, на 13 дадут какую-то атаку. Странно, а, 5 уровень, поэтому ваншотнул. Да что такое? Чуть-чуть не хватило опыта. Зубат. Вероятность попадания зубата 5% утром. Вот это ты редкий. Стоп, гипноз уже есть вообще-то. У меня гипноз есть уже.
И Худ-Худ 13 уровня. Во, учит опрор какой-то. Я не знаю, что это, но хотя бы новая атака. Надеюсь, это атака, а не просто какая-то левая штука. Нормал. А так все. А двух до пяти ударов? Стоп, надо перевести это слово. Шум? А, последний не понял. Типа все разбудит всех, да? А форсайт это что за фигня? А, чтобы этих привидений могли бить любые типы. Ну это в принципе полезная штука, я думаю, может пригодиться в будущем. Вместо клевка, да, можно? Зачем? Если есть пека, зачем мне обычный клевок? Ну, чисто если ПП только закончится, ну... Я думаю, оставим вот этот опрор вместо текла. У него сила 35, точность 95, а у этого сила 50, точность 100. То есть, даже сила больше, ну и все тогда. Короче, наша сова разучилась клевать теперь. Сейчас поставлю ночь. Может так нам больше повезет на Паруса? Да, эволюция, я знаю, что на 20-м. Но я не буду до эволюции. Ну, сейчас просто... Посмотрим хотя бы, как это действует. Даже вроде было написано, что что-то от 2 до 5 ударов. Или я чего-то не понял. А, от 2 до 5 ходов, что ли? Так он сам использовал второй раз. Я не выбирал второй раз. Не, ну я понимаю, что такое от 2 до 5. То есть, по сути, автобой. Вот я нажал, все, я не трогаю ничего сейчас, управление. Я ничего не трогаю. Ну вот третий раз уже. Короче, какое-то место берсерк. Опять меня в 31-й путь зовет. Да ты туда вообще далеко идти, если что. Да не, сойдет, в принципе. Ну, единственное, что отменить нельзя, и можно попасть в просак с этой штукой.
Но это в двойных битвах полезно будет, в принципе. Но она хотя бы тратит лучше, чем клевок, так что... И, то есть, получается, что он делает от 2 до 5 ходов за одну порцию ПП. Короче, Парас вообще не хочет идти к нам. Хотя у него вероятность 15%, но, в принципе, это не 5. То есть должен был появиться. Ну да. Ну, есть минусы, есть плюсы у каждой атаки, конечно. Но вот сейчас, например, мне наоборот очень удобно. Я не тыкаю, сижу, а просто кино смотрю. Вот опять Зубат. Но у него ночью вероятность 25%, так что... Это нормально, что он вылез. Так я же могу не использовать эту атаку, когда я увижу нужного покемона, я не буду использовать эту атаку. И все. Могу он Гекку использовать и все. И все, использую, что хочу второй раз. Нет, да такого не может быть. Даже когда покемон тебя не слушается, или он там в помутнении рассудка, все равно надо нажать вначале. Ну, как бы в бой, чтобы он что-то делал, а так нет. Сам не будет ничего делать. Он может отказаться действовать, может или использовать не ту атаку, которую я просил, но просто вот, чтобы даже меню не появилось, такого не бывает. Ладно, что-то слишком затягивается, это уже. Не знаю, но Параса надо поймать все-таки будет. Ну, после битвы на стадионе тогда уже. Ну что, попробовать пойти, побиться с Хут-Хутом. Мне кажется, уровень слишком не затащит. Сейчас я время выставлю. Да там быстрее-то не обязательно.
Вот он теперь будет звать меня на 31-й путь постоянно. Да схожу туда. Может, а сходить на 31-й путь и заодно прокачается этот Ноктаул, этот, в смысле, худ-худ. Ну, давайте так сделаем тогда. Только сейчас в Покецентре полечусь. Просто мне там через пещеру придется идти обратно. Ну, заодно прокачка будет. А если бы я пошел через Golden Road City, то мне бы не надо было через пещеру идти, потому что, ну, там зацикливается путь. Дорога. Так, специально я включил бег. Потому что когда бегаешь, то чаще нападают. Ну вот и пусть чаще нападают. А, кстати, что насчет априкорна? Я предлагаю пойти еще забрать покебол. Кстати, что ты скажешь-то? Ну, короче, он норм. Френдбол? Что за френдбол? Что за френдбол? Каус покемон more friendly, в смысле? А, типа сразу счастье, что ли, повышенное будет? Так, это надо тогда сразу перед ловлей смотреть эволюцию. Если она от счастья, то значит френдболом будем ловить. Только придется с первой попытки ловить. Но мы сейчас дадим ему еще это априкорно. А, наверное, надо поговорить, да, с ним? Так. Ну давай вот эти розовенькие. Походу только одного можно, да? Одного цвета дать за раз. Ну, как раз таки сходим туда, вернемся, уже будет готово. Сейф. И также на всякий случай вот так еще. А ты не будешь со мной еще разбиться? Ну ладно. Я не помню, как тут идти. Сейчас разберемся. Оникс 6 уровня. Ну, ни о чем, конечно. Ну, мы тут, да, тут мы особо не прокачаемся. Потому что слишком слабые противники. А, ну неэффективно, но хоть... Блин, ладно. Что это было? Хершли фейл? Что такое Хершли? Так, три атаки он уже сделал подряд. Три хода, в смысле. А, защита упала? А, вот, три хода он сделал. Давай пеку. Такой шлепок.
Что-то вообще ни о чем. Так Пеку надо было не в чат, а на Оникса. Ратата. О, давно не виделись. Что-то слабенько. Ого, прикольно. О, ход 400 уровня, неплохо. Быстро что-то. Так. Полечим. 4 поушена всего лишь. Ну, то же самое. Ну, тут, в принципе, особой стратегии-то при прокачке-то нету. Пусть бьет себе, бьет, а я посижу, посмотрю. Было бы это еще все побыстрее. Причем мне не понравилось, что... Так, что? После гимма тебе не мешало бы зациклиться на тоге, чем быстрее эволюционируешь, тем лучше статы и более полезные атаки будут. А, ну надо, да, чё, я... Блин, тут тупик. Ладно, все-таки выключу бег, потому что немножко, когда каждый ход практически бой, все-таки немного утомляет. Ну, надо будет, да, ну, как-то его, чтобы уже тем более не беспокоиться о нем, а то постоянно вот это вот, то, что, о, не дай бог, там тоги поранят, да, это, конечно, не очень. А, тут направо, я помню. Так, получается, пещера-то вообще не длинная. Просто я тогда везде заходил, все места. Так, ну тут уже бег можно включить. С этими я всеми уже сражался. Так вот, что-то я хотел сказать. А, мне в этом эмуляторе немного это не нравится то, что здесь нету ускорения игры. Вот в том, который ГБА, там было такое, а здесь такого нету. То есть я могу просто фреймскип поставить, скажем, на 9 и отключить ограничение кадров, но это другое немножко. Это, да, это чисто, можно сказать, естественное ускорение. Оно не всегда ускоряет, потому что, ну, в общем, там, в зависимости от нагрузки, скажем так, на процессор консоли. Ну, у него же старые атаки-то не пропадут, так что чё волноваться. Ну что тут совсем, ну, 4 уровня. Охренеть.
Полтора килограмма тоги весит. Ну, реалистично вроде, в принципе. А еще, кстати, вот такая мысль, ну, то есть каким-то образом, да, получается, по истории этой вселенной и покемонов, люди изобрели какую-то технологию, которая позволяет, по сути, как-то коллапсировать покемонов, да, как-то в покебол, то есть каким-то образом уменьшать, я не знаю, еще что-то делать, вот, а... Но если они, допустим, такое изобрели, то что мешает то же самое с людьми сделать? О, баги пошли. Надо засейвиться. То есть, в принципе, людей тоже в покеболы теоретически можно засунуть. Хьюманболы. Так, 31 путь у нас это здесь, вроде бы. Да, вот 31 путь. И тот чел, по-моему, вот этот. А, Персимберри он нашел. Ты же меня звал вроде. То есть вот тот, который снизу. Так, кстати, тут уже вырос прикорм. Ну, вроде тот был. Кстати, а что в этой пещере-то? А, там закрыто, я понял, камни там надо двигать, да, вроде? Когда посекут эту фишку, то получит власть над людьми. Может быть. А может быть, они это уже реализовывают в тайне. Не, ну с другой стороны, это же не обязательно использовать в плохих целях, да? Например, тебе надо футбольную команду, да, куда-то отправить на чемпионат. Ты ее фигак отправил через покецентр, ну там же покемонов же можно через покецентр, да, ну, передавать там, вот, ну и все такое, по-моему, удобно. Так, ну тут вроде больше нечего делать. А это, кстати, отсюда мы пришли бы тогда. Вот 36-й путь. Странное дерево заблокировало путь в Экрутик Сити. Это... Ну, мешает мне закупиться. Кто-то должен позаботиться об этом. Что? Мне дали HM06? Rock Smash? Да ладно, это вот здесь надо было взять? О, жесть. Я думал, где? Ой, но... Это не просто дерево.
Но я не буду спойлерить. Так, 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 стоп, что за руины еще? Я куда-то не туда пошел, но в принципе это тоже интересно. Так, кто у нас изучит Rock Smash? А, так, где это у нас? Ну, Оникс, да, очевидно. Ну, не Тогипе же давать. Я представляю, как это выглядит. Тогипе такой подходит. Фигак! И кто этот ручоночкой маленькой так чжу, по камню, и все, камень в дребезги просто. Ну, короче, Оникс, наверное, лучше пусть будет. Мал да удал. Так, а, это файт тип, ну, это боевой. Ну, это мат-спорт, вообще левый атак я не использую нифига. Так, мы еще и в ту пещеру тогда сейчас сходим, потом... Короче, пока сходим, прокачаемся, а потом пойдем туда. Ну, короче. Ну, на битву. Так, здесь очень интересные покемоны. Которые нам очень пригодятся, скорее всего. Надо обязательно сохраниться. Только у меня почему-то такое ощущение, что мы не сможем их поймать. Потому что они слишком крутые. Посмотрим. Так, а надо его ставить на передний план? А, нет. Ну-ка, давай, Оникс. Порешайте камни. И чё? О, Rare Candy, что такое Rare Candy? О. Один уровень дает? Ну, кому это надо? Лол, один уровень, такая проблема получить, что ли? Я никогда это не понимал. Вот если 5 уровней, то да. Yellow shirt with... Что такое yellow shirt? Items. Items это у нас вот это? А. А, непонятно, для чего это нужно. Нельзя использовать. Осколок? Гиперпоушен. Так, а тут, кстати, в доме ничего нету больше. Так, а что тут написано? Руины Альф. Альфа. Альф. Ну, короче. Ну, добро пожаловать посетителям, которые интересуются археологией.
Чуть такое закрыто. Да, спасибо за подводку, я посмотрю. Ну, схожу, поспрашиваю. Странная тут система ходов. Так, что тут? Добро пожаловать в этот комнату. Мы реконструируем древние панели, блин, короче, вакимонские каменные плиты, панели. Сейчас, секунду. Так, извиняюсь, да, что-то просто, блин, простыл. Блин, случайно включил. Так, вы можете поворачивать Stone Panel. Ну, понятно, я уже перевел один раз, буду просто читать Stone Panel, потому что как-то тяжело, блин, сразу на русский. А, части Stone Panel, дотрагиваясь до них, ну, на короткое время. Если вы дотонетесь до части и подвинете ее, вы можете двигать их. Мы думаем, что мы, у нас есть возможность. Чё, подвинем бэк? Ну, короче, вернуть все на место, да, если я правильно понял. Ну, короче, если кто-то смотрел соответствующее аниме, то он уже знает, к чему это может привести. Так, а, это вот сюда часть, наверное, надо ставить, нет? Так, ну вот ту, которую я нашел. Так, вот похоже, не, не похоже, что отсюда, да? Так. О, это по-любому отсюда. По-любому отсюда. О, а, так это же как будто. О, ура. А ты откуда тут вообще-то, если этот раньше никто не находил вход сюда? Ты просто спустился отсюда сверху? Должно быть, ты разрешил пазл этот каменный. Отлично, видим. А, в тебе есть какой-то талант археолога. А, я дам тебе вот этот репорт по анноунам. В записях анонов, а, записи анонов, как ты можешь поймать их. Я уверен, это будет ну, удобно, ну, ну, типа полезно, да? Ну, короче, анонны — это такие покемоны, которые вообще жесть. Ну, типа, они, типа, что-то не с этого мира, еще что-то такое. Понятное вообще, так что, как-то... Use. Так, и что?
Ну да, искорёженное слово анкнаун. Ну так где, нападите на меня, анонны. Ну я, мне кажется, фиг их поймаю, ну фиг знает. Вот он, анон. Пятого уровня, да, они еще бывают и слабые, что ли? Да, их вроде бы очень много форм. Стоп, я ж хотел его поймать, что-то я затупил. Ну, короче, в аниме, как обычно, преувеличили, да? То есть там это вообще жесть была с какой-то неведомой силой, а здесь, ну, в принципе, такой же catchable, так скажем, да? Давай Пеку. Блин, ну почему ваншот? Надо кого-то послабее поставить. Так, кто там у нас дно? Гастрия. А, у него атак нету даже. А, нет, она тратит здоровье. Ага, я понял. Психический тип. Стоп, он что, сменил форму только что? Я пока чат читал. О, да ладно, лол. Нифига себе, это прикольный. А у меня больше слабых-то и нету. Тогда попробую уже кинуть покебол. Стоп. Надо посмотреть. Но они вроде не эволюционируют ни во что. Вряд ли. Да они же вообще какие-то странные. Да, они, конечно же, ни во что не эволюционируют, и вообще по ним ничего не известно. Так что ловим на любой. Ну чё, премьер болл, хотя это, мне кажется, он на обычный поймается, раз уж он пятого уровня. Да, чё-то... Вообще изич. Ну чё, одно он пойман, как ни странно для меня. Итак, читаю описание, то, которое у меня здесь на русском. Эти покемоны по форме повторяют древний алфавит. Неизвестно, что было раньше, алфавит или аноуны. Судя по всему, эти покемоны общаются друг с другом телепатией. Похоже, они живут, прицепившись к стене. И у нас есть unknown. Теперь. Тут написано тип психо, но он вообще какой-то стрёмный тип, на самом деле. Интересно, какие у него атаки будут. Hidden Power, единственная атака сейчас. Летающая достенная буковка, да. Так. Ну, короче, я не знаю. В принципе, мне она нравится, ну, так, в целом, то есть по концепции, да. То есть, поэтому
Не знаю, если у него есть хорошие атаки, то я бы, скорее всего, даже его прокачал бы. Потому что интересно. Ну, как минимум, он интересный покемон, да, вот. Необычный такой. Ну, Пека. Все затравлено. Critical hit. Но кроме Unknown'а здесь можно поймать и других, только... А, нет, вот здесь именно только Unknown'а, именно внутри. Ну, лестница, сейчас посмотрим. Сейчас я посмотрю тут. Просто не пойму, лестница основной путь или сюда основной путь? Лестница. Может, тут что-то лежит? Фиг его знает. Hidden Power. Знаете что, поймаю-ка я вот этого. Мне от этого форма больше нравится. Больше не будет атак вообще? Да ладно. Прикол. Ну, возможно, что с хорошим уровнем эта атака станет очень сильной. Так, куда-то мы вылезли. Ага, ясно. Блин, ну, поняли. Косяк. А как давно я сохранялся? На входе? Ладно, да, сейчас по-быстрому, значит, и мы уже знаем, что делать. Здесь лежит какая-то штука. А, обратил бы внимание на... А, ну да, на стриме же там мало видно. Ну, справа нижний экран. Все эти менюшки, они поехали, короче. И все, они не активны. То есть я даже не мог сохраниться. Кнопки стали неактивными. Так, тут что-то вроде мы нашли в тот раз. Или только гиперпоушен. А, не, Blue Shirt. Blue, а в тот раз мы только Yellow нашли. Или он здесь рандомно? Странно. Так. То есть мы можем просто вот здесь, что ли, войти? Поймать Unknown'а и все? Чтоб тебя тут не было раньше.
Понятно. Нам надо поставить сразу кого-нибудь послабже. А, хотя Худ-Худ, по-моему, своей пекой атакой не убивает с первого раза. Тринадцать? А, все, я понял, они не нападают, пока я не соберу плиту. А, прохождение только анонс в списке, в смысле? Не понял вопроса. Поговорим для приличия. Стоп, а там что? А, такого не бывает вида. Тут не так. Фу, да. Почему? В смысле? Там не таблица, там карта. Pokemon Heart Gold and Soul Silver World Map. И там открываешь этот Ruins of Alf. Ну, на карте тыкаешь. И там показывает, написано в таблице, что Ruins of Alf Interior Wild Pokemon. То есть здесь внутри вот только оно, на вероятность 100% в любое время суток. Блин. А, я думал, оно опять повисло. Сохраниться надо. Это что, глаза? Не, я хочу другого, нового. Вот того именно. Не, сейчас не зависло. Это просто именно, ну, это графический баг эмулятора. Ну то есть что-то не так, что-то неправильно считывают иногда эти спрайты. Но по крайней, но это еще как бы не говорит о том, что она не работоспособна. То есть на этом состоянии она еще работает, позволяет сохраниться. Привет, Тор, да вот опять повисло, жесть. Ну а так в целом анонов ловим. Кстати, а что мне там что-то это изменилось в этой записи? Где было это? А, вот.
А, мне нужно поймать все типы, что ли, или что? Я что-то не понял. О, Тор, ну ок. Ну, ну блин, к сожалению. Ну ладно, короче, не будем об этом. Давайте попробуем до всех типов поймать, анонов. Ну, всех видов. А, у меня покеболов не хватит, наверное. Покеболов у меня три штуки. Ну, я эти не хочу тратить, разные прикольные. А, в смысле, Тор, он хочет, чтобы одновременно с тобой контр проходить? То он что, вообще что ли гонит? Тогда давай ты будешь проходить хотя бы ту, которая в 3 раза сложнее, так будет хотя бы немножко честно. И то. Так, запомнили, мы поймали того, который восьмеркой. В смысле, наоборот, американскую он будет проходить? Японская это где 3 хп есть. Ну, 3 здоровья, короче, есть. 3 пала, 3 кубика. 3 квадратика. А, привет, Аклай Макалай. Да вот этих ловим, аннаунов. Ну, короче, я этого не смог пройти лидера стадиона в Азалии. И пошел, короче, гулять по другим местам пока что. Обнаружил, что я все-таки это. Ну, короче, я нашел место, где дают этот Rock Smash. Теперь у меня есть Rock Smash. Так что сейчас есть несколько мест, куда я должен сходить. А вот он, анон, которого я хотел. Как раз таки последний покебол. Да все столько же значков, я же говорю, я в Азалии не стал, не, в смысле, не смог пройти. Сейчас качаем худ-хута, ну, по пути. Мы занимаемся другими делами, потому что летающий тип нужен. У меня огненных нету, а там жуки сплошные. В том числе скайтер, который делает такую атаку мощную, что у меня просто все ложатся. Даже Тогепи и Бейлиф. Посмотрим, что там у нас написано теперь в этом репорте. А, вот, три. Ой, сколько их. Жесть. Затарился покеболами, да. Именно так. А, да куда ты слазишь-то, вон. Не, ну я мог бы потратить там этот мастербол, не мастер, а какой там, короче, грейтбол вроде или что-то такое, но просто все равно он один. Ну что, я еще одного поймаю, надо там еще кучу. Энтони.
Потом сражался с Ратата. Сейчас не понял. Короче, он походу слил Ратате, что ли? Не, ну кто знает, может там был Ратата сотого уровня, в принципе, не исключено. Да, Гоги Бастия, у меня такие же мысли, в принципе. Что это такое? Странных покемонов ты видел в руинах? Они, кажется, очень похожи на рисунки на стенах там. И должно быть очень много видов. О, ты поймал Анауна? Это превосходно. Ну, я не пойму, Wonderful Saints, забыл как Wonderful. Ну, в принципе, понятен смысл. А как это именно слово? Это замечательно. Или чудесно. Что ты второй сказал? Дай-ка подумать. Почему мы внезапно... как мы внезапно начали видеть анаунов? Потому что я загадку вашу детскую собрал, которую вы не могли 3 года изучить. Ну, короче, понятно. Чё? Exploration Year 10? Они что, 10 лет пытались эту табличку собрать, что ли? Я пришел, порешал. Ну... Great Ball нашел. Все равно мало, там анонов много очень. Так, значит, тут я не могу пройти. Ну все, остался один путь сюда. А что тут написано? А, ну типа, можете чувствовать себя по-свободно в исследованиях. Стоп, я же не отсюда пришел. А ты кто? Путь 32? Все правильно. Так, а как мне в ту часть руин-то попасть тогда? Все, во, кстати. Я же там не все руины исследовал. Ну ладно, как раз таки зайдем в покецентр тогда. Ой, в этот смысле. Ну, в покецентр тоже, да. Вот, а в руинах мы, по идее, можем еще поймать Нату и Смиргла. Но только пока непонятно, там же не нападают на улице. Это именно где-то снаружи, но где, там же нету ни кустов, ничего такого. Возможно, нужно что-то для этого сделать вначале.
сохранились. Теперь идем закупаться. Деньги у нас, конечно, не резиновые. К сожалению, от боев со случайными покемонами нам денег не дают. Так, ну нам нужно штук 15 где-то. Или больше. Сейчас проверим. Не хочу вам ничего продавать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 всего? Или это еще не все? Потому что там еще ниже экран откроется. Да непонятно, как вот туда попасть. А, хотя стоп. Разве тут нет прохода? А, нету. И вот это закрыто. Давайте. Только вот худ-худ опыт-то не получает, да, вроде, когда мы ловим. Ну, то есть, вроде от такой победы нет опыта. Да, так что мы его не прокачиваем, к сожалению. Как бы нам еще одних и тех же не поймать? Я-то не помню. Ну, могу забыть какие-то бырьки. Нет, но этого не было. Или может они те же самые не попадаются? То есть, может быть, их вообще здесь чисто не бесконечное, а случайное количество. Наоборот, конкретное количество, может быть, их тут. Типа сейчас поймаю всех и все. Ну, в принципе, вообще похоже на это. Ох, какой половинчатый. Не, удачная атака вот эта пека. Как раз таки оставляет чуть-чуть ему. И можно ловить.
Не буду я каждому из них имя еще давать. Хотя, в принципе, можно было бы. Сколько там еще? Вот так я 6 поймал. Почему, интересно, разделено на два раздела? Может, они уровнем выше потом будут? Опять куда-то идти. Ну, его покемон что-то быстро растет, быстрее, чем он ожидал, что ли, или что-то такое. А вот такой был вроде бы. Попробую все равно поймать. Но вроде такой был. А куда? Ладно, задумался. Я просто еще немножко это угнетает насморк. Тяжеловато немножко. Ладно, что сейчас еще раз попадется. А реально повторные пошли. Может, надо куда-то ниже пробежать тогда? Да я вроде помню. Но этот был точно. Я этого круглого-то и не поймал полностью. Он был раньше, до сейва. В 80-до рестарта. Полностью круглого, короче, мне нужно. Блин, пропустил вот. А этот есть. Это тоже есть, это самый первый, кого я поймал. Вот ведь упустил нужного. Вот он. Так, ну все, я думаю, поймали, да? Пока еще не, у нас ни разу не было, чтобы не поймался, но... Может быть, мне еще надо их всех с собой взять? А, их 7, а не 6. Но я тут ничего не могу с ними делать, перемещать там.
Вроде ничего такого внятного пока не понял. Может, с одним из этих столбов что-то надо сделать? Ну да, я это и хочу. Представляю, так ходить, короче, с полной, полные карманы анноунов, все шесть. Так, и тут надо сохраниться. Так, не, нет, да? То же самое говорят. Но там еще были другие в том здании. Кстати, а мы эти камни проверяли? Вот, то это ж тут есть. Ты реконструировал панели каменную, отлично. Мы здесь видим археологического гения. Ну да. А, кстати, тут же написано. Порядок. Так. Скриншоты рулят. Что-то они немножко другие, если честно. Не то, что я ожидал. Ну, возможно, так, более-менее похоже. Так, получается, сейчас я буду прям в чатик записывать. Так, директ. Кстати, их там шесть. Причем повторяющийся один. Нет, что-то это не то, вообще бред какой-то выходит. Direct give help, bear, find direct.
Чушь какая-то. Да, головоломка. Я вот сейчас даже на стрим ее захвачу, это скриншот. Все. Вот. Что-то ничего не выходит. Он не прошел Соника, о, жесть. Ну ладно. Так, ну вот первый, да? Первый походит, мне кажется, на директ, но больше ни на кого. Так, извиняюсь сейчас. Так, но тогда не получается. Получается первое слово директ и последнее слово директ. Вообще первое и последнее слово одинаково в любом случае. Это довольно странно. Так. Ну второй больше всего похож. На третьего, ну, который гив. Мне кажется, так. Ну, явно больше ни на кого. Третий — это help. Ну, по крайней мере, если учесть, что директ уже занят. Ну, четвертый — это явно bear. А пятый — это join. Тоже практически явно. Только в другую сторону. Но это не важно. Так, а если круглый — это help? Подумаю еще немножко. Вообще, учитывая мастерство в кавычках этих археологов, я даже не уверен, что это правильный перевод слов, ну, на английский с этих вот анонов, анон языка. Не, ну получается какая-то вообще нечитабельная чушь, если честно. Не, непонятно. Привет, Хоббит. В общем, ладно. Пойдем что-нибудь потыкаем. Потому что так вообще непонятно. Ну, похоже, есть хотя бы. Ну, потому что, ну, других вариантов нет. Только искать среди тех.
Опять меня на 31-й путь зовет. Да пошел он. Может, все-таки надо тыкать вот эти штуки? Не знаю, я вроде со всеми поговорил уже. Тот, который мне дал этот отчет, он же вроде бы туда переместился, в дом, да? Просто реплика древнего покемона. И ничего такого. Ну, наркоманы не наркоманы, а разгадка должна быть какая-то. Короче, мне кажется, все-таки здесь, ну, колонны нет смысла все просматривать. Единственное, просто вот самое непонятное, это там вот среди этих анонов есть слово «медведь». Это имеется в виду вот это вот одна из колонн, или нет, просто непонятно, что на этих колоннах стоит, как бы, да? Ну вот, или нет, это вообще про что-то другое. О, Худ-Худ зато прокачался до 15 уровня. А, глагол нести или принести? Стоп, а что такое регистр? А, я понял, это на быструю клавишу. Так, говоришь, это возможно нести, да? Сейчас туда еще раз. Не, ну вот сразу, да, после этого нести идет анон, который очень похож на join, на другие он не похож. Ну, только просто в другую сторону смотрит, да, и все. И как бы принести присоединение, это как бы вообще не клеится эти два слова. Принести соединение. Или может это как-то имеется в виду соединить, значит? Или принести соединенными, а тут же все в именительном это падеже, то есть не факт, что они так и должны быть в именительном. Ну а последний это... По-любому, либо директ, либо help. Ну фиг знает.
Возможно, что там не должно именно предложение полноценно получиться. Возможно, там должны быть намеки. То есть именно какие-то союзы, артикли. То есть это, скорее всего, надо самому добавить. Почему нет слова медведь, а урсуринг? Или как там? Забыл. Ну, короче, есть покемон такой, медведь. Ну, как бы просто обычно говоря, знаешь, типа... Худ-худ, покемон-сова, да, вот типа такого говорят обычно. То есть, значит, все-таки слово такое же есть. Ну что, реваем отсюда? Ну, как-то хотелось бы разгадать, если честно. Как-то местность называется Ruins of Alph. Непонятно, что с этой дверью делать, и как бы непонятно, даже если я, допустим, из тех слов составил бы какое-то предложение. И что бы это мне дало? О-о-о. Так, сейчас. Вот так еще сделаем. Прикольно. Опа. Джадут вылез из камня. Третьего уровня, блин. А, неэффективно. Ну, логично. Но я думал, уровнем задавят. Так, ну Гастри надо один уровень получить, он выучит атаку новую. Пока он там себе защиту выращивает, мы его залижем. А, не, он неплохо себе защиту-то увеличил. Вот зачем каждый раз спрашивать, хочу ли я разбить этот камень? Да хочу, конечно, раз я нажал на него. Все равно это не критично.
Гриншард нашел. Короче, походу туда можно пройти, если вот этот лес разрубить, что ли. Ну, я так понимаю, у нас такая возможность потом появится. Ладно, тогда пойдем дальше. Не буду туда циклиться пока что, но потом вернемся, когда появится эта возможность. Тогда, может быть, уже и загадка эта разрешится. Так, а сейчас отправимся в какой, в первый город, да, вроде бы, Логи Бастье, чтобы эти осколки-то попробовать отдать кому-то там. А, нет, вот здесь, вот это же первый город, ну, где мы сражались. А, нет, ему не надо. Так, там не было стадионов в первых городах. Или ты имеешь в виду вообще какой-то просто житель? А, то есть в этом городе какой-то другой житель, да? Может, этот? А. И зачем мне этот Орон Берри? Често Берри. Вики Берри. Раустбери. Люм. Агвав. Что это за слово такое, не знаю. Ну давай сразу все, что ты по одному-то даешь. И чё? А чё-то там Тогипе надо было дать, да, по-моему? Забыл. Какую-то штуку вроде надо было ему дать, чтобы он это счастливее стал. Так, теперь мы пойдем в пещеру, которая на востоке от Виолет Сити, ну, то есть от этого города, на пути 31. Там вроде бы нам мешали пройти именно камни, насколько я помню. Или там их двигать надо было, а не разрушать, вот этого я не помню. Но сейчас проверим.
Это не фон, это усиление микрофона, скорее всего. Стоп, а у кого у нас был свет? Походу у птички у какой-то. Но это усиление микрофона, скорее всего. То есть там все сложно, да? Ну как бы это 7 на 4, не 26. Значит, где-то их не 7. Так, нам нужно пиджи, да, забрать, насколько я понял. Хотя, ну да. Ну, у нас, по идее, это HM же, мы можем кому-нибудь еще дать, да? А кому мы, интересно, можем дать? А, кстати, вот у нас есть флайнг атака. А, ну это всего лишь отдых. А вот и разбивать камни, кстати, тоже есть. Ну так пусть тогда Оникс учит, что. Будет и... А, стоп! В смысле, не, как раз таки это двигать камни, да? А, ну она не дает. Нет, это просто атака, да? Она не дает ничего вне боя. Только уменьшает скорость, что ли? Хотя не, сила написано 50. Это дополнительный эффект, наверное, да? Байнд. О, жесть. Лол, что я забыл? Блин, ну ладно, я хотел не это вообще-то. Мне показалось, что зависло. Ну ладно, пусть я это забыл, так забыл. В принципе, нормально. Так а где? У меня же было вроде ослепление. Ну не ослепление, но короче фонарик этот. Я думал это HM было, а оно что-то M что ли было? Ну чтобы освещать путь-то. Так, тогда Гаст, ты идешь, а я хочу все-таки взять Анона. Так, надо проверить, точно у Пиджа это? А, не, а у кого? Стоп, а у кого?
Что-то не помню. Стоп, где второй-то? А, Illucentred. Подойти к панели какой-то в историческом центре, в руинах, и типа использовать 4 предмета. А, то есть у меня этих предметов вообще нет, да? А, все, Марип. Ладно, Марип, значит Марип. Ну и хорошо, оно как раз таки нужного поколения. Так, а новый вообще-то это первое поколение, так что должны сидеть в первом боксе. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот 7 у меня, да. Ну все, пошли. Веревку, то есть какую? Обычную, которую эскейп? Ну, для побега, что ли, или какую? Блин, как об этом догадаться надо было? Ладно, пойдем туда вначале. Ну не будем, чтобы, то есть как-то, раз уж один квест начали, да, не будем метаться туда-сюда тогда. Пойдем тогда его завершать. Хотя, я так понял, мы сейчас его все равно не сможем завершить, так как там еще много поймать надо. Ну хоть до какого-то логического конца. До логического какого-то момента. Вот здесь. Так. Оранберри есть. Патча? Патча Берри нету, а где взять? Energy Powder? Что это такое? У меня ни одного паудера нету. Я не понимаю вообще, о чем речь, что за паудер еще? И heal powder, то же самое. Ну какая разница, порошки, не порошки, у нас же на английском игра, значит должно быть... Так и должно быть powder написано-то. Так, и выходить все-таки ближе вот здесь. Продаются где-то, ну фиг его знает. Не видел я что-то такое, не помню. Ну давайте сходим в Violet City. Магазин. Может там растет что? У второго торговца только покеболы.
Так, а у меня есть же, да, одна только веревка. Ну давайте на всякий случай мы еще купим две. О, что они дорогие, зараза. Жесть, так мне на полдора сейчас еще и не хватит, да, если они продаются. Тут нету. Так мне вначале надо эти повдоры и еще этот Берринд это достать. Какой там патча Берри, вообще без понятия где. Но походу мне нужно какой-то осколок найти еще другой для этого, чтобы мне тот чувак дал этот патча Берри. Да, непонятно. Так, ну, получается, у меня сейчас, ну, пока без вариантов. Да, пойдем все-таки в пещеру. Кстати, а вот это что? Да нет, не это, вот это. О, Red Shard. Интересно. Ну, сейчас посмотрим, что тут. Ну-ка, что ты дашь? Черри Берри. Печа Берри, а там надо па... А, печа, во, все, печа у нас есть. Печа, печа. Почти пека. Ну, главное, что есть. Значит, у нас осталось только эти поудеры. Фиг знает, где их взять вообще. Ладно, разберемся. Ну, короче, когда будут у меня эти повдеры, я туда вернусь сразу же. Так, освещение давай-ка включим, Арип. BFGIJD и H. А, типа help, beer, да там, find. Ну я понял. А вот они, эти камни, да, не давали мне пройти. Так, и кто тут водится, надо проверить. Тут вроде нападают из камней, да? А, 10 дюнсперс. А, и он, скорее всего, сейчас нападет. Ну, он, короче, в камнях вводится с вероятностью 90%. Но само выпадение покемона из камня не 100% просто. А, все-таки 28 оно. Ну. А, тут еще нужно... Вот жесть. Вообще, тут нужно HM-ку на толкание.
ладно, значит еще не время сюда. Так, я предлагаю пробежаться еще вниз, потому что я не помню, были ли там где-то камни, которые можно разрубить. Заодно худ-худ-то еще докачаем по пути чуть-чуть. А, то есть, чтобы в ту комнату попасть, я еще недостаточно анонов собрал даже. А не только вот эти предметы. О, прикорн. Но там, ты видел, там плавать можно. Скорее всего, мне нужно вначале плавающего покемона найти. Где-то. И тогда уже... смогу, собственно, туда проплыть на другую часть, и там будут эти аноны, вероятно, так. Ну-ка, а что тут в магазине продается ради интереса? Ну да, походу так. Типа рановато сюда еще. Не, нету. Ну и у второго покебола только всегда. Да, и какой-то мейл еще вообще. Так и не понял, для чего эти мейлы вообще. Привет, Фабрит Домино. Так, и там камешки надо проверить. Нет, где-то. Вроде тут что-то такое было, мне кажется. Ну, прикол, хотя бы возьмем. Так, а это куда путь? А, 46-й путь, не помню, куда он ведет-то. А, ну нам туда еще явно не надо. И тут, скорее всего, закрыто. Чем-нибудь перекрыто. А кто тут водится? Ратата второго уровня? Нет, спасибо. Я не этого ждал. На ней даже не прокачаться. Там опыта дали вообще даже незаметно. Но хотя бы с тренером может сразиться. А, понятно, здесь вообще только сниз спускаться можно. Кстати, а Спиро у меня есть? Что-то я не помню. Реально не помню, ловил я Спиро или нет. Можешь попробовать поймать на всякий случай. Ну сейчас, если получится усыпить.
Так, прикарманим на всякий случай, если что, потом отпустим. А, написано, да, данные добавлены в Покедекс написано, это значит, что не было. О, нормально тогда. Ну это из первого поколения. Да, конечно, когда будет дереворуб, то будет здесь проще ходить намного. Да, что-то часто тут нападают. И главное, хоть бы враги были сильные, а то нападают вообще непонятно кто. Ну зато сейчас сразу уже запомнил и убедился, что если тут нет камней, значит нет камней. Вроде деревья тоже не загораживают путь. Но именно каких-то места, которые я не могу проникнуть. То есть они только облегчают хождение туда-обратно, а так. В принципе, я не знаю, зачем мне сюда будет еще возвращаться потом. Там ничего нету, понятно. Реально что-то непонятно, почему так часто нападают. Я же вроде бег убрал. О! А, мне показалось худ-худурить получил. Не, не получил. Короче, у меня идея есть. Давайте порошком опрыскаемся, а то уже достали эти. А, ну все, это самое начало. Так, а тут только деревце. Ясно. И все, уже спрей закончился. Ну все, зато смысла возвращаться нету вроде никакого больше. Если нас конкретно не пошлют сюда с каким-то заданием. Вот там вот, где вода слева, там да, явно туда можно будет плыть потом. Ну вот, а именно сюда, вот в первый город, вообще нет смысла. Сюда тоже нет смысла, отсюда мы только придем потом, видимо, не знаю зачем, правда. Вот, в Черегрове тут есть куда плыть, а так в целом тут делать нечего. Не, ну прям нападают, как будто, не знаю, вкусно пахнет, что ли, что-то из карманов там. Нефиг с собой еду носить. Надо в кафешке заходить, там есть. А ты что, не видел? Ты уходил что ли? Да, нашел. И он же мне все эти берри дал. Всех типов.
Ягоды видел, текста нет, но я их обменял на вот эти осколки. А, лазил из Калунфу, ну вот. И чё, нельзя даже поговорить с тобой? Ну, ясно, короче. Какие-то неудачники туда одни собрались. Но тем временем Худ-Худ уже 15 уровня, хоть и очень медленно и понемногу, но все-таки, ну хотя бы, то есть вот сколько, 2 уровня он прокачал, пока мы тут гуляли. Это лучше, чем ничего. Скайтер, напомню, там 17 уровня. Но нам еще через пещеру надо пройти, хотя там в пещере-то тоже там 2 боя, что ли, 3, ну короче, там не так далеко идти-то. Хотя если нападать будут так же часто, как и здесь, то тогда будет много боев там. Но там хотя бы чуть-чуть посильнее покемоны, чем здесь. Короче, вы поняли, да? Блин, сейчас была мысль сохраниться, что-то не сохранился. Ну ладно, я просто не пойду второй раз, вот и все. Там ничего интересного мы не нашли, опыта там нифига не нашли, так что... Смысла идти за второй раз нет никакого. Ну как раз таки я сохранился перед походом туда. То есть у меня уже есть печа Берри, да, вроде бы как. Да, печа Берри есть, и Орен Берри есть. Но я же сказал, что это как будто сразу как только увидел его. Так, а тут что, деревце? Ладно. Не будем особо нарываться. Пробежимся вот тут вот. Без боев. Ну, время, чтобы сэкономить просто. Опа. Что-то лежит. Ну, это, скорее всего, что-то ерунда какая-то, потому что у нас уже здесь должен был быть Rock Smash, по идее, сразу. Слишком очевидно лежит. Shell Bell. Хотя фиг знает, что это такое. Holders HP restore 3 level retirement. А, ну короче, восстанавливает немножко HP каждый раз, когда получает урон. Панцирный колокольчик, ну да. А, стоп, так его можно дать кому-то, я понял. Худ-худу. Ой, в смысле GIF. Я все время путаю GIF и тейк почему-то.
Почему Тогипи? Тогипи вообще желательно не сражаться в этом бою. А вот Хутхуту, да. А, ну да, потом тогда. Что за фигня, никто не нападает. Жесть. Больше половины пещеры прошел. И напал ртота 6 уровня. Ну-ка. 38. Один? О, да, это очень полезный предмет, ну это шикарно просто. Ну хотя бы там, ну 5 бы восстанавливало бы, это было бы норм. И то, даже 5 это очень мало, но хотя бы это было бы что-то, но 1 это, ну это перебор, конечно. Ну то есть перебор в смысле в плохом смысле. Да, немного раздражительное время занимает. Не, причем, если бы он хотя бы уменьшал урон на 1, это было бы лучше. То есть, например, вот, на 2, кстати, увеличил. То есть, например, меня Скайтер ваншотнул, а у меня все равно 1 останется, да? Вот это было бы эффективно. А так... Вот я всю пещеру за одну битву прошел, ну это жесть, конечно. Что-то я прям рандомил. А, мы, кстати, по-моему, слоупока можем поймать. Вот оно что. А, вот эти камешки мы можем порешать, да? А, нет, это не такие. Тут же вроде надо было разрушать камни. А, во, слупок напал. Так, это же вообще... Так там, по-моему, вероятность, что здесь нападет слупок, сейчас скажу какая. процентов, так что это очень повезло, только его еще надо не убить, а его усыпить скорее всего нельзя, да? А можно? А он же первый никогда не ходит, да? Да слупок, по-моему, всегда спит. Так. Эволюцию надо посмотреть слоупока на всякий случай. Ну вообще вроде у него должна быть обычная. Так, это же первое поколение. Стоп. А, ну да, первое поколение вообще никогда отчасти не эволюционирует, да? Да. Короче, дно. Ну, короче, ловим просто и все. На любой. Ну, попробуем обычным покеболом. Он 6 уровня, я думаю, должен пойматься. Отлично, у нас есть слоу.
Так, ну тут, наверное, что-то еще интересное есть. Поймал Тора. Да я бы сказал, после недавно стрима, который я видел вчера и позавчера, это Тор это вообще супер фаст. Здесь почему-то тут часто нападают. Так, стоп, а где проход-то? А, да двигать надо камень. В общем, не отгадал. Ладно. Он думал, что ты будешь тренить контру? А, ну да, тут так что ты не справишься. Ну все равно худ-худ мало прокачался, даже 16 уровня нет. Но правда, возможно, он сейчас 16 уровень получит в бою с этим джим-лидером. В смысле, не понял, что нарандомил? Ну пойдемте попробуем тогда побиться опять с этим. Стоп, у меня все покемоны, которые хотел. А, я не уверен, что Анаун способен биться, наверное, все-таки надо другие взять. А. То есть случайного персонажа будешь использовать? Да хз, используй какого тебе удобнее и все. Которым легче всего для тебя пройти. Так. Посмотрим, что у нас лупока, какие атаки есть. Пьюрс, Яун, Текл Глоу. Даже ни одной психической атаки нету. Ладно, а Ноуна тогда оставим, да? Хотя кого брать-то тогда, непонятно. Гастри? Марипа на сколько уровня? 9-го. Стримораскачки, да, не вопрос, в принципе, только я уже сказал, что в отличие от первого прохождения, здесь я не буду вне стрима
там какие-то эволюции делать и так далее. То есть все изменения покедекса будут на нормальном стриме. А если чисто уровень поднять, то да, в принципе, можно стрим прокачку сделать. Ну, короче, хз. Кроме Оникса, Худхута, ну вот они только эффективны, да. Тогипи, у него хорошая атака, вот это вот, забыл опять, как она называется, но в общем вы поняли. Ну вот, но все равно она неэффективна, но она, в принципе, нормально там наносит урона. Вот. И у Бейлиф уровень хороший, но не, трава против травы. Неэффективно. Марип, ну просто потому что 9 уровень. Просто тупо больше нечего. Но этот камень, ну он 4 уровень, он вообще ничего не сделает. Вот. А Гастри, ну потому что он привидение, возможно, что как иногда будут какие-то преимущества, ну фиг его знает. Ну короче, пусть будет, потому что больше некого брать. А ноуны, мне кажется, вообще, если я их так легко ловил, то значит они вообще не представляют на этом уровне угрозы никакой для противника. Хотя я бы ноуна все-таки прокачал бы. Надо переключатель, да, по-моему, нажать. А, не, не надо. Теперь вот этот надо нажать. Теперь этот. А, кстати, по-моему, надо было этот нажать, чтобы быстрый выход, да, типа. Ну да. Так. Что, Худхут у нас на первом плане будет? Или Тогипи все-таки на первом плане? Я думаю, все-таки Тогипи, потому что ему нужно поучаствовать в битве. Ну, я думаю, он так и так поучаствует, если будет такая напряженная битва. Но все-таки пусть выйдет Тогипи, и потом я его сменю быстро. Возможно, даже на первом ходе. Ну, посмотрим, там, смотря кого он выпустит. Скайтер. Ну давай. Давай-ка зевок. Прикол, если заснет. А что, блин, он не заснет, что ли, или что, я не знаю. Ну экстрасенсори давай. Сейчас он U-turn опять сделает по-любому. Опа, заснул. Вот это прикол. Пока он спит, надо доставать камень или пеку. Пеку. Давай-ка. А, проснулся. Так, ну это хотя бы эффективно. Крик-атак. Фу, да.
Вот ката. Так, тогда надо мне восстановиться. Давай-ка. Просто potion, да, вроде там тех. А, не, мало potion. Давай тогда супер potion. Да, 1 хп зарешает. Да он сейчас U-turn сделает, я уверен, практически. Не, что-то он разучился это делать странно, да? Да лол, ну. Ладно, давай его к эффективному пока поставим. Но он 12 уровня, ну мало же слишком. Ну давай Рок Томп. Ага, Ютур, ну я понял. А, я думал, кстати, странно, почему он не заовнил-то. Ну с метаподами-то мы разберемся. Хотя в тот раз метапод что-то тоже унижал, да, насколько я помню. Но он против камня-то, наверное, неэффективен будет совсем. Да. Так что я думаю, даже вылечимся, пока есть время. Фигня. Так. Ревайв. Худ-худ. Далее, Potion. Худ-худ. Rock Smash. Ага. Ясно. Fight Attack вообще неэффективно. А Rock Throw. О, Rock Throw, кстати, по-моему, эффективнее, чем Rock, чем какая-то вторая, короче, была каменная. Скайтер. Продолжаем. Давай, Рокки, Оникс, тащи. Вот подлюка-то, а. Не, Rock Smash это файт. Так, я думаю, надо Тогипи выпустить. Просто чтобы он поучаствовал в бою. А мне больше кажется физической нормал. Чего, отравишь Тогипи? Не. А фиг знает, вообще Тогипи можно отравить или нет? По-моему, можно. Не всех. Олик 13 уровень получил. Этих ядовитых-то нельзя отравить. Скайтер. Да, выйдет он. Худ-худ. У них что-то потрепанное уже. Хотя худ-худ может не выдержать даже с полным здоровьем U-turn. А у него не полное здоровье чуть-чуть. А, это его последний. Ну все тогда, это давай, он уже не уйдет.
опека. Даже то, что такие сильные у него атаки, это даже простой толчок. Еще пека. А, все, да? Ясненько. Ну тогда Оникс, давай, жги. Рок Throw. Йоторн. Жесть. У меня ревайва-то нету больше, ну все. Ну Бейлиф, ну блин, это будет неэффективно. Он опять сольется быстро. Ну хотя бы уровень похож. Давай Poison, Poison, ну короче яд. Ядовитый порошок, по сути, это переводит. Охренеть. Скайтер 17 уровня, какой-то вообще непробиваемый. Отравлен! Отлично! Ну все, есть шансы, даже очень хорошие. Надо было лечиться, кстати, ну ладно. Все равно отрава-то не пропала из-за этого. Давай, Мари, просто подержись как можно дольше. Есть какая-то защита? Нету. Тогда давай флэш. Ах ты ж. А, охренеть, да ладно. Да ты... Блин, это жестко. Ну все равно яд-то он не излечил, но, блин, я чувствую, в итоге пи не продержится. Ну, Гасты понятно, что не продержится, Гасты просто оттягивает выход Тогипи. Качайся? Да не. Ну, в смысле, наверное, да. Возможно, усыпить получится, не знаю. Давайте, Вок. Да, только не ваншот. Ну хоть так. О, промахнулся. В смысле, ну это не смог. Юторн опять. Это что за жесть-то? Так, не-не-не, какая битва? Только лечение, только хардкор. Чисто на яд надеюсь просто, и что он не будет ваншотить меня. Но там еще есть поушены какие-то. О, он промахнулся! Отлично. Давай тогда экстрасенсори хоть сколько-то потратит там. О, еще и фокусирует, правда он сейчас фокусирует, значит он ваншотнет, да? Следующим ходом. Ну, яд добьет, нет. А, чуть-чуть осталось, но... Вообще же, ну, просто любой удар и все. Или яд просто, даже просто яд следующим ходом добьет. Давай! Еее! Все, Тогипи даже 18 уровень получает. Да, это уже был не слабый чел, честно скажу. Забушено. Изумительно. Или как там? А, удивительно. Ты эксперт покемонов. Ну, преувеличит, конечно. Чё повезло, это мастерство, стратегия и прокачка.
Так, мои исследования еще не завершены. Ну, окей, ты выиграл. Возьми этот бейдж. Хайф бейдж получаем от Бакси. Ты знаешь преимущество хайф бейджа? Если ты его, у тебя он есть, то покемоны до 30 уровня будут слушаться тебя, даже те, которых ты обменял. Ага, попробуй еще обменять с серверами Nintendo отключенными. Покемоны, которые знают кат, ну, отрезание, ну, блин, короче, вырезать команду, будут иметь возможность сделать это вне битвы также. Также хочу тебе дать это. ТМ-89. Ну, доктор, потому что все четко рассчитано, как говорится, тютелька в тютельку, или, ну, короче, микро, то есть, чтобы на последнем этом все получилось. Косить? Ну да. А, U-turn? Да ладно. Отлично. А кому это дать? Бейлиф? Так, что скажешь, Тогипи? Странно, он счастлив, хотя он вообще-то ранен. Надо бы полечить его. А у меня нечем, да, уже, наверное, лечить? Стоп. А где... А. Фулл хилом, только жалко что-то. А, вот гиперпоушен. 200 восстанавливает. Да ладно, сейчас до покецентра добежим по-быстрому. Он же не отравлен. Эйфория, вот и счастлив, да, возможно. Тем более ты же писал, что там это. Когда в важной битве поучаствовал, то все. Сразу. ЧСВ сразу повышается там на овер 9000. Так, вопрос, кто будет у нас режущим резаком? Бейлиф? Но тогда это минус одна атака. Да, конечно, сейчас. Так и планировал, в общем-то. А, он может... Итак, сейчас он стоит. И предмет... Почему он так радуется этому предмету? Это же вообще фигня. Так. Ну, когда у нас нет конкретной цели по там битве и так далее, то мы всегда будем ходить с покемонами, собственно, второго поколения. Так что Оникс сразу удаляй, Кастли удаляй, и все. Так. Аном и что, Слоупока качать? У меня есть уже один водный, но Слоупок, он же психический еще. А это только водный. А, он еще и земляной. По идее, того и того качать, да, надо. Ну, не знаю, в принципе. Кстати, вот еще флайинг-то у меня был, оказывается. Ну, он, правда, слабенький, но... Ну ладно, возьму слово. Он хотя бы веселый.
Так, я не помню, сохранялся или нет. На всякий случай сохраняюсь. Чё, время 12:37? Какого хрена? А, это время... Всё, я понял, это время, сколько я прохожу игру. А то время, оно в Покигире показывается, да. Так, и все, нам можно... А, ну единственное, давайте разберемся, кто будет режущим у нас, да? Ну явно Бейлиф, потому что, по-моему, здесь больше... Ну посмотрим вначале, кто может, да? Кто может. Именно из тех, кто у нас есть. А, только Бейлиф. И какую атаку? А в тот раз мы, кстати, какая-то... А, какую-то Бейлиф выучил, что ли, атаку, да, что мы меняли? Ну что, тогда... Яд убираю. А потом, когда выучит новую, то, наверное, синтезис тогда все-таки уберем. Хотя, возможно... А, Акад это травяная атака или какая? Что-то я не обратил внимания. Кат-то не исчезнет, только Бейлиф не сможет выучить ничего. Это нормал атака, плохо. Так что вот так вот. Сейчас зайдем за нашими покеболами. И вроде куча мест есть, да? Где... Ну, где мы могли деревья разрубить и пройти, или не куча мест. А, он еще и не сделал? Вот ты вообще слоу. А, ну правильно, слоупоки же тут одни. Что люди, что покемоны. Так, все, еще раз сохраняюсь, и на этом стрим заканчивается. На сегодня хватит. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно написать в чат. Левому покемону надо было дать, периодически брать. Что надо было дать, периодически брать? Ладно, неважно. Потом разберем. Ну, сейчас в чат пиши, и можно будет обсудить. Вот. На этом стрим заканчивается. Всем пока. Увидимся.